Кого там, братья мои, на кулаки подняли? Баба. Старый знакомый, прости, не опознали. Где щекольский вид? Помят, не брит, прикид, не свежий. Но мы-то правда, ребята, вежливый волк. Голодному грузу гость, гость моего отца, мой гость. Ты нас не бойся, подходи к костру. Что ты у нас потерял, не мои ли сестру? О, нет! О, нет, не ответ, но мы люди не гордые. Как там в полисе вижу, закислый мордой-то? С вашим тираном ведет политес, заминает неприятнейший ночной эксцесс. Компромисс для него естественный, но не для меня. О, так это был... Ты? Не зря тебе дали ученую степень, ты два этого складываешь, а не только девицам звезды показываешь, а? Зачем ты это сделал? За то, что ваши религии привилегии, у вас нет иной тактики и стратегии, ваше божество потребление, ему поклоняется целое поколение. Браслет для основы вашей морали, ну и кем вы стали, когда им отобрали? Кем растерян остаток путь? Скажи, кому это надо? Кто дал тебе право судить об этом? Кто тебя назначил мессией? Ты там не жил, у меня есть свой пыл. Не лезь куда, не проси! Уж очень хотелось вас бросить с вершины моральных устоев, посмотреть, кто чего стоит. Я — это спичка, мир — это порох! Не сойдутся две крайности, этот мир рассечен разломом. Не зальется вода и маслом, роза не платина. Небесное и земное, напрасное и чудесное. Мы могли бы с тобой быть братьями, но пока середина не найдена. Я правый мир, слышишь ты, тварь дрожащая? А сказать-то по сути нечего. Выгнанный нарыв на теле человечества, которые надо в нас скрыть. Ты стоишь, строишь хирург, а будет надо и скрою. Но это не сложно, я осторожно. С гордой ночью так делать должно. Ты украл, клубом сорвал, и все свалил на другого. Кто виноват? Еще вот вопрос. И это только начало. Сестра будет твоя вина. Причем здесь она? Низко в клетку попала. Не остается две крайности. Этот мир рассечен разломом. Не зальются вода и масло, роза и патина. Небесное и земное, напрасное и чудесное. Мы могли бы с тобой быть братьями, но пока сидит в зале, смотрит твой концерт. Пора привить. В зале наша птица. Но на воле важно одно. Что ты предлагаешь? Пойти и влюбиться. Нет. Что? Влюбиться? Исключено. Почему? Влюбляются псы, а не волки. Легко геройствовать в тихомолку. Тихомолку. О, послушай, ты мне помнил о теле. Будут волки сыты, а овцы целы. Подключи меня прямо вот отсюда. Прямой эфир, телевизор, ну-ка. Послушай, я не укушу с экрана, устрою исповедь хулигана. Купол сорвал, крылья убрал. Все как на духу, и конец блага. Ни одного не знаю.